Эфириум уже обогнал биткоин в сфере DeFi. В мире криптовалют и блокчейн-технологий сейчас происходит настоящая революция. И в центре этого вихря революции и инноваций находится Эфириум. С появлением децентрализованных финансов DeFi Эфириум только укрепил свои позиции как лидер и уже опередил в этой сфере биткоин. DeFi представляет собой экосистему финансовых приложений, построенных на блокчейн-платформах. И Эфириум является домом для большинства из них. Это обусловлено его способностью поддерживать смарт-контракты, которые автоматизируют и упрощают финансовые операции без необходимости в посредниках. Преимущество Эфириума в DeFi – это смарт-контракты, открытость и доступность, композитность и способность комбинировать различные DeFi-продукты для создания новых финансовых инструментов. В то время как биткоин остается активом для сохранения стоимости, его возможности в сфере DeFi очень ограничены. Биткоин не поддерживает смарт-контракты в той степени, в которой это делает Эфириум, что значительно сужает его применение в финансовых сервисах. Эфириум уже обогнал биткоин в сегменте DeFi. Его влияние продолжает расти. С каждым днем появляются новые DeFi-проекты, и большинство из них выбирают Эфириум. Это не только подтверждает лидирующие позиции Эфириума, но и указывает на его потенциал как на ключевую платформу для финансового мира.